мы едем в Костко. На улице такая влажность, я утром помыла голову. И до сих пор у меня волосы сзади все влажные. Вот просто уже прошло несколько часов. Часа 4 прошло, и вот голова просто влажная. Заходишь в квартиру и как будто в сауну попадаешь. Нужно, конечно, осушить или по-хорошему с такой влажностью сильной. Буквально 2 дня у нас влажно. У нас сначала $3, перекроили планы. У меня закончились всякие вещи, связанные с хозяйством. И я их обычно тут и закупаю. Поэтому $3. С нами Валя, кстати, поехала. Очень быстро сниму. И пошла дальше. Так, мы за хостоварами. Губки, даже скотчи в цвет. О, одинокие. А, они тут готовят только. Стендик. Ну, да. А что это? Ну? Что за ерунда? В пакетике? А? Это молчание ягнят? Вот ужас. О, и волшебная палочка, да? Да-да. Пряня. Из мультика из Шрека Пряня. Пряничный человечек. И его девушка. Тут они еще только пополняют. Еще начали новогодние коллекции завозить. Эти щелкунчики. $25. Всего здесь 100 грамм. Совсем мало. С кокосом. Такие же продаются еще в Walmart'е. Маловато. Собственно, за губками пришла, за средством для мытья посуды. Самое такое простое беру. Пакеты для мусора. Валя выбрала какие-то макарошки. Сквиш ноут. Короче, когда нервничаешь, займи руки, написано. На. Ты что, нервничаешь? Я еще взяла палки, пасту и все. По-быстрому забежали, скупились и поедем в Костко. Вот стенд. Что-то не очень востребовано, мне кажется. Просто какая-то весюлька, все. Новая игрушка готова. Рамен. Давай. Просто... Причем она очень быстро рвется, и можно идти за следующей, да, партией игрушек. Вообще китайцы. Китайцы это просто впереди. Приехали в Костко. Валя. Конструкция. Волосатая бутылка, да? О, вот, новинка. Не новинка, $160. Просто что-то новенькое поставили. А что он такой маленький? А, это набор двух. Я их видела, по-моему. This is... Это тоже было $14. Прихватки. Силикон? Силикон. Да, силикон. А с этой стороны тряпочка. Ты куда видишь? $15. Маленькая перчаточка. Хэт. А, это для этого, смотри. Для телефона, да? Чисто или что? Running. Тачскрин. Тачскрин. Это, типа, это просто реклама, да? С покрытием. Что, у меня тоже такие были. Что будет работать этот? Ясно. Телефон. И даже для детей, да? Вот такая салфеточка. Веселенькая. Вань, смотри, лисички. Стоит $13. Прямо классно. Осенние принты. Не классно? Мне классно. Мультикукер $90.
Не знаю, как им пользоваться, на печке он стоит или нет. Не, наверное, же электрический. $40 вот такая штукенция. Все, не знаю. Chefman Warming Tray. Tray это, ну, этот противень, да? Нет. Keep food hot for hours. А, держи горячую еду, час держит, да? Короче, ты ставишь просто... Приготовил. Просто еду, и она просто тёплая. Что за ерунда? Да, выйти. Кафе, столовый. Вот так, да? Сервировал и... Идёшь, и держишь. Ждёшь, сидишь. Для мужа, да? У него такая нужна. Не такая, другую хочу. $50 кофеварка. Кофемейкер. Вот ещё что-то. А это что такое, лёд? $200. Американцы любят, да, вот лед. Не прям без льда жить не могут. $400. Этот пылесосик. Валь, что-то я тебя еле вижу. А это что такое? Подсветка в шкаф. $22. Что это? А, вот, вот это оно есть, да? А, или вот так. Ну, это просто подсветочка. Снимается вот здесь. Как типа. Куда хочешь, туда и кладешь. Было в доме, ты помнишь, в детском? Не, а, да, совсем, ну, маленькие такие, таблеточка такая, да? Нет. Клацаешь на нее, но тут еще есть, нет, тут шнур. На батарейке, конечно. Сейчас все это решили, да, для костки они делают. Специально, типа, дешевый вариант, это как рубашка, но теплая рубашка. Стоит, это чудо, $13. Качество. Очень странно выглядит. Качество так себе. Как мини-пальто-рубашка, да? Непонятное что-то. Мне нравится, как выглядит. Выглядит ничего, так модненько. Вот этот цвет так себе. Для меня. Из чего он сделан? 180. Это 180 все... Да, семья. Сет из четырех. Ладно, не трогай. А то он сейчас развалится. Какой-то он хлипкий. Мы пошли с Валей, поэтому классно. Мы фоткаемся. Ну, прикольно, да? Да. Китайцы что-то не придумали. Думаешь, китайцы опять? Что-то еще есть. Ну, этот фонарь. Здесь, в принципе, все то же самое, что я в прошлый раз снимала. $100. Елку? Ну, иди посмотри. Посмотришь с ней, Виталь? $100. Вот этот классный плюшек. Это стекла. $70. Две штучки. А это что? Это не видела, мне кажется. Это открытки, наборы. В прошлом году были, не знаю. Это такие же, по-моему, в прошлом году другие. Правильно, наборы это или что это? Там подвески. Или игрушки бумажные. Holiday gift. А, tags. 12.79. Это к подарку цеплять. Gift tags. Вот же написано. Цеплять к подарку и дарить, короче, так. А сколько они написано? Она прям, ну, много, там несколько килограмм. $15. Это нужно перевести как-то в метры. Всякие деревья, всякие... Давай, Варь, едь. Всякие... Гирлянды. $37. Шарища. Валь, смотри. Гринч. Да Гринч твой любимый. $50. Не любишь уже? Но он не светится просто. А вот кто. Валя. Yeti Family. Yeti Family. $50 стоит. $43. Керамические санты. Шарики. Но вот этого не было. $32. Это какие-то новые коллекции у них добавились. Вот это что это такое? $500. Да? Камера новая, блин. Что это? GoPro, да?
крошечная. Новая или... А, или старая уже, 380, я что-то не разбираюсь в них. Абсолютно. Квадрокоптер с камерой и еще и пульт. Да. Снимать, да? Красивые видео. Да, сверху. $750 стоит. Это для продвинутых блогеров, да? Едешь и снимаешь красоту. Не магазины снимать. А вот какая пафосная елка, глянь. Вообще. Сюда как-то $33. Ну, интересно, под определенный дизайн поставить так изысканно. Какая-то игра. Делюкс. Лотерия. $10. Скидка. Скидки нет сейчас? Скидки нет, $500 он стоит. У нас попроще был, это прям мощный какой-то по виду. А, и тут счет, да? А у нас как? У нас без счета, да? А, да-да-да, ну тут получше как-то. Здесь пианины $700. И вот такое еще какое-то, что-то не пойму, вот это что это, $120 с вот такой... А, это, наверное, вот это сингинг машина, это петь. Это другое, это $200 стоит. А это маленькая клавиатура $200. Чего, подарок мне на Новый год смотришь? Я зимой жили бы уже на постоянном месте, да? Можно было бы что-нибудь придумать. Либо бэушную штуку купить. $700. Хочу, конечно, но... Но это вообще вещь. $120. Виталь, смотри. Счет ведет электронный шкафчик, вообще навороченная вещь. Все время думаю, неужели американцы вот эти все аппараты покупают? Они такие большие, массивные. $500 стоит. Ну, просто для бандуры нужно место, потом она надоедает, это ж стоять нужно, стоя играть. Смотри, нападает. А, либо барный стульчик, в общем, как-то. Так будет, ну вот. И надо акулю убегать заодно. Пчелок лупить? Или кто это? А это для чего штучки? Подставка? Под кофе? А там чипсики. Ты стоишь весь день, да? А это что же? Несколько игр, кстати. Там можно выбирать игры. А, это тоже? Это оно? Да, оно это. Нормально это. 20 игр там должно быть. Вот это пахнет несколько. Блин! Куклы огромного роста, еще и с гнущимися, не знаю, как насчет ног, но руки гнутся. На шарнирах. Валь, видела, какие огромные куклы? $70 стоит. В общем, это для детей. Че я изрекла, Виталь, ты меня сбил. Новогодние подарки это. А куда Валя наша ускакала? Где-то она проскочила вообще куда-то не туда. Пазлы, так это все было, это все было. Так, это тоже для детей $70. Они пополнили. Ты что носишься? $11 Ladies West. Вот этот. Вот это, что ли? Не пойму. $20. Чайнички, так это все было. Такое ощущение, что нам что-то явно не все завозят. Тебе не кажется, что нас обделяет наш Костка? Что-то у нас тут просто все пустое. Это осушитель? А, это нет. $100. Чистить воздух, наверное, очиститель. А где кофта? Не знаю, нарисован вообще комплект. $15. Вон там, дальше. Вон, что-то не пришел. Да вон там, вон. Классный цвет вообще. Не передает камера, это бирюза. Мой любимый. Это к нему, да? Костюм.
Ну, я имею в виду, к нему подходит и фирма. Это Puma, да, и то Puma. О, классная какая. Сучка. Здесь вставка интересная. Классно, да. Скидка, давай, бери. Не хватает ему этого. 15 долларов. Все, ему хватает. Нет, это такая. Закрывающаяся. Мне нравится, очень классная. Я бы себе такой цвет взяла. Цвет хороший, да. Будешь брать? Не, не мой стиль. Супер распродажа вот этих шорт. Но написано нет medium и нет smalls. То есть вот X, XL. У меня не такая пока попа. До XL я еще не доросла, к счастью. А так прикольно, 3 доллара взять и ходить дома. Ну что, нету ничего? Это ветровочки, 20 долларов. Шортики. Смотри, тоже на шортики у вас скидка. У меня вообще шорты по 3 доллара, прикинь. Угу. Это по 10. Да, но моих размеров вообще нет. Честно говоря, качество... Ну, это не из шорт. Не больше, чем на 10 долларов. Это сейчас лето будет просто распродаваться. Это я снимала. 18 долларов Dickie One. Dickie In and... Короче, ладно. One, я сказала. Dickie NY. И Banana Republic. Мы ищем толстовку. О, какая прикольная. Ткань. Потрогай ткань. Не промокашка, да, по виду? Это такая антидождь. Здесь антидождь, а здесь... Приятная. А мне нравится. Ну да, здесь дождь наверху. 25 долларов. Это написано Man Jacket. Вот еще свитерочек. Такой мы смотрели свитерочек? Да, это те, которые широкие. Вот эти. Что-то они не пополняют, да, коллекцию. Колорадо, это то, что мы видим? Нет, это другая. Но тоже теплая рубашка. Может, она в моде? И на входе такая рубашка. Здесь 16 долларов. Видишь, я тебе говорил, не надо было эту рубашку выкидывать. Какую? Такие уютные халатики. Но я что-то не любитель халатиков. 17 долларов. Цвет, конечно, прикольный. Лавандовый. Меховушки 13 долларов. Детская. В общем, на лето скидки. Juicy Couture. Мне пришлось смотреть книги. Новые календарики на 2025. Одинаковые? Не одинаковые видно. Вот. Вообще классные. Супер. Очень красиво оформлено. Вообще здоровские. Для детей. Ты будешь смотреть книжки, Валь? Вот это еще. Ван Гог лежит. Боди. 14 долларов. Мифы и легенды. Коллекшн. Здесь мы знаем, здесь голые женщины есть. Где-то я видела этих женщин. Кукинг. Долли Паттон. 500 рецептов. Тейлор Свифт. Всегда красивые книги. Это что такое? Насос Бис. Научиться читать и покупать себе. Красивые книги. Ты что, опять что-то читаешь, да, Виталий? О! Анджелина Балерина. 16 историй в одной книге. Я мечтала купить ее на русском языке еще давно, когда у меня Валя была помладше. Я читала классные отзывы, и она пропала из лабиринта. Я не могла найти вообще нигде.
мышка, которая мечтала стать балериной. Вообще, милые такие иллюстрации. А сейчас я ей хотела почитать, а ей уже не интересно. Ой, не знаю. Надо найти в интернете, может, она будет слушать. Мне самой просто нравится. Вообще классная. Если бы она понимала, если бы она точно могла читать, я бы ей купила. Пиг, пуг какой-то или паг, не знаю, 6 книг. Вот это же странные книги. $20 такой набор. Причем стеркой как-то сюда в крышку как-то встраиваешь. Вытаскиваешь и трёшь. А, вот дырка. Интересная идея. О, Виталий, вот это приятное. Не могу пройти мимо свечек. Вот это самое лучшее. Набор 6. Набор 6, $20. А тут что? Такое не видела. Вместе со специями $30. Удобно. Корзина. $16. Для белья. Интересные формы. У кого место есть? Большая. Вот еще выходит из продажи $10. Корзина тоже. Начинаем с картошки. Это 6,69, это 5,29. Это две одинаковых, две желтых взял, да? Хотела бананы взять, они опять очень сильно прям зеленые. Они, конечно, поспеют, наверное, когда-то. Ну что, не знаю. $1.5. Зеленучие. $8. Скидка, я опять возьму себе на завтрак. Почему? Возьмем. $6. Круассанчики. $8. Вот это, говорят, вкусная штука. Еще и баночки в составе бельгийский чоколад мусс. Скидка на него. А это что такое? Милк кейк. Милк кейк. $70. А, тут сладости. Два молочка у нас. Да, вот это скидка, $8. Равиоли сосич. На первом месте написано порк. Сосич. Не пойму, как в пельмешках будет сосиски. А вот это. Или вот это. Стыковка $12. Итальянские сосиски в скобочках. Из чего они состоят? Мясо, угу. Вода. Ну да, но они же в тесте. Но они же в тесте. Я не могу. Сосиски в тесте. Непонятно просто. Они же варить. Ты же варить их будешь. Мужчина взял. Невкусно, да, будет? Ну, я думаю, что нет. Они со специями, интересно, острые. Это не то, что мясо, а сосиски. Это пармиджано. Да, но на них скидки нету. Не $11. Мы ждем скидку. Что хочешь, возьми сосиски, попробовать. Да, но я что-то не представляю, как. Так это просто, это другая фирма. Да. Так, лепешки. Йогурт. Хороший. О, подорожал, да? 10,89. Мы его взяли в прошлый раз за $7 вообще. Слопали. Вкусно. Я полюбила йогурт. Давай сюда, лепешки. Пиши. Да. Творог со сметаной. Снимаю и тащу. Что-то я взяла какую-то притрушенную, Виталь.
Аварди. Что-то, мне кажется, упаковка изменилась. Что-то я не помню. Вот такого бутерброда. Может, и не изменилась. $9. За 32 слайсика. $20. Мед. Savanna Bee Company. Смотрите, какой красивый. Счастливый, из счастливых пчел. Оранж. Акация. Оранж мед, интересно, какой. Почему другой? Это очень такой же 13. Темный? По-моему, такой, как у нас, нет? Не, ну это ж разные. По-разному ж они мед производят. Мед взяли такой. Кстати, такой мы пробовали, да? $13. Да. Это не фильтрованный, более темный. А это сироп. $13. Манука это 30. Что? Это сироп. Кленовый. А что ты думал, коньяк? Между медами зажат. И вот это, да, коньячок. Это тоже красивый. Но действительно так сделали, да? Прям так капитальненько. Для сиропа обычного кленового. Любят они, видимо, кленовый сироп так. Бурбон. Что это такое? Бурбон Barrel Aged. Хо-хо-хох. Хо-хох. 12 дней Крисмас. Это что? Это джем. Да, баночки джема. Маленький, наверное. Что он легенький совсем. От Bon Maman. От вот этой фирмы Bon Maman. Чтобы попробовали все виды джема. У меня закончились оливки. Так, что мы тут накупили? Волосня это. Пока чуть-чуть. Картошка. Японский майонез. Лялечка нарисована. Интересно, чем он отличается. Ну, я такой взяла, у меня еще такого хватает. А это что такое? Truff Collection. Hot sauce. Hot sauce и трюфельное масло. Интересная подача. Так, а, ну прям... Это коробка, и там внутри еще коробка. Халапеньо с лаймом, хабанера, оригинал. Для ценителей еще такие пробочки. Вообще прикольно. Для шеф-поваров. $13. Смотри, что это такое. Крекеры. Ну, это просто крекеры. Просто упаковка 720 грамм крекеров. 10,5 у нас закончились кексики в школу. О, точно, скидка $20. Они стоили 24-25, по-моему. 70 капсул. А ты мне за сколько покупал? Вот скидка, смотри, да, $25 стоили. Would you like to добавить double chocolate chan cookie? Не знаю. А с чего он решил, что мы хотим добавить? Может, он просто думает, что cookie. Мы не знаем английский. А, и нажмем yes. Нечаянно, да? $5 за... Хотим поесть. Тут Вален работник со школы опять работает. Он говорит по-русски. Сказал нам спасибо. Он сказал, причем он спасибо, так, Валентина. На чисто русском он так сказал. Ну да, да не, ну акцент имелся. Он, в общем, работает в школе. И сегодня он и в школе уже отработал. И прибегает сюда, работает. Вот. Еще он умеет говорить слово ложка. Валя говорит... Пицца, хот-дог. Тебе горчицу класть? Окей. Ты же не будешь горчицу класть? Горчицу не кладу, да. Просто Тесла? Why? Я думала, Black Tesla. Там опять изобразили. О, сейчас впишусь в машину. Блуи. Проверяльщик чеков. И завали, да, Валя? Валя на еда. Вот такая погода, пасмурная, еще неделю. Сезон дождей пришел.
тучи висят. Сейчас хотя бы влажность спала, потому что вообще было очень плохо днем, утром. Сейчас хоть отпустила, попустила нас.